Сотрудники управления уголовного розыска провели оперативное мероприятие, в результате которого пресечена деятельность наркопритона в городе Ставрополь. Наркомания – страшная болезнь, которая поражает самую активную и перспективную часть нашего общества – молодежь. Пристрастившийся к наркотикам человек – это боль и страшная трагедия для близких. Сотрудники полиции предпринимают комплекс мер по профилактике и пресечению распространения этого зла. Когда последний раз кололись? Сегодня. Сегодня? Где? Вы здесь? Где я? Пришел чаю попить, человек. Чаю попить. Кололись? Да еще давно уже. Ну давно это когда последний часа раз? Часа три назад. Часа три назад? В городе Ставрополе была получена оперативная информация о действующем наркопритоне. В ходе проверочных мероприятий полученные данные подтвердились. Проведенная негласная запись, на которой граждане готовят и употребляют наркотики, стала одним из доказательств по уголовному делу. В ходе проведения задержания на квартире притона были изъяты предметы для изготовления наркотических продуктов и наркотические вещества. С места происшествия все участники этого оперативного видео были доставлены в отдел полиции. По результатам расследования уголовного дела собственник квартиры был признан виновным и привлечен к уголовной ответственности за содержание притона.